Так, ребят, сейчас у нас будет бандит против 108-го, 63, бандит уже 63-1. И у 108-го, что-то не вижу, 63, 63-7. То есть, в принципе, вольтаж практически одинаковый. Поэтому сейчас будем замерять. Ну что, готовы? Да. На старт, внимание, пошли! То 108 ушел, причем ушел на порядок. Ребят, у электронов, конечно, с 45 амперными контроллерами надо дать должное. Вообще огонь. Чат обратно. И бандит. Ну, бандит, конечно, сейчас тоже вроде помешала машина, Audi уезжала. Я видел, там машинка уже. Да, машина выезжала. Обрубала. Но даже не факт, что я бы его догнал. Не, я думаю, тоже не догнал бы. И я видел, что там ты его не догнал тоже. Не догнал. Но сейчас поменяйтесь местами, я думаю, здесь обратная будет картина. Ну да. Но уже чисто повезло. Ну что? Аккуратно, аккуратно, Ром, Ром. Ты уже решил на себя. Ударился в себя. Да, да. Погоди, машинка промчится. Покатушки, покатушки, но безопасность прежде всего. Ребят, повторюсь, пожалуйста, не повторяйте такие заезды без подготовки, без всего. Готовы? Да. Раз, два, три, пошел! Ром на 108-м ушел. Коля прям дышит в пятки. Такое ощущение, что догоняет. И мне кажется, даже перегнал. Честно, что я вижу, что на ультронах, что на 128, что на 108, на скоростях начинают болтать в стороны. Вот. Конечно, это такой немножко дискомфорт. Там вижу, как Рома едет на 108 и так в сторону немножко идет. То есть надо было, наверное, может попробовать демпфер поставить. Сейчас обратно ребятам чат. Посмотрим. Ребят, вы все видите сами. Вы все видите сами. В итоге еще, ребят, бандит ушатал всех